сегодня пришла посылка от канала «Щеня Мир». На этом канале был розыгрыш. Я в нем поучаствовала и выиграла. А сейчас давайте я подробнее вам его покажу, и мы с вами его откроем. Интересно, что же там? Вот такая вот посылочка от канала «Щеня Мир». А теперь мне нужны ножнички. Вот они, мои ножнички. И откуда он там? А, вот отсюда. Тут еще много. Скотч. Ого, там что-то такое. Смотрите-ка, суздик какой-то. Что там? Что это там? Что же это? Смотрите, что же это такое? Это альбом! Я уже догадалась, это альбом! И там еще что-то лежит. Сейчас, куда же это положить? Итак, что там есть? Это письмо! Это вот такое вот письмо от Щени Мир. От Щени. Так, это... Это у нас... Итак, я хочу... Первый альбом лучше. Первый всего альбом всегда. Тут это так завязано. Хоп-хоп. Так она завязала. Но я умею развязывать. Вообще я развязала. Это альбом. Только мы уже почти на самом первом. Смотрите. Вот. Такая есть страничка. Вот. Смотрите, вот такая страничка. Это альбом принадлежит мне. Давайте его побыстрее хорошо рассмотрим. Оп. Давайте так. Итак, первая у нас пошла страничка. Это какая? О, приклейте, приклейте мою самую красивую фотографию. А сюда я не знаю, что приклеить. Наверное, какой-то все-таки красивый. Тут у пап на ручках, а тут из альбома. Из альбома, что ли? Ну, короче, я не буду читать. Вот, тут вообще-то красиво. О, тут я уже догадалась. Тут что-то такое кухонное. Тут как я ложусь спать. А тут у нас идет как бы ванна, как я купаюсь, например. Как я гуляю, мне кажется. Или природа. Вот тут я тоже. А, тут как я заболела, наверное. Тут как я чищу зубы. Дальше. Тут я, наверное, под дождем. А тут все-таки я не знаю. Хоп-хоп. Вот так. Смотрите, мне больше всего вот эта фотка нравится с одуванчиками. Давайте дальше. Ого! Это всего... Это музыка. Это какая-то у нас музыка. Вот, наверное... Тут я как-то одеваюсь, наверное. Я не знаю.
Ну, уже скоро мы подошли к концу почти. Да, уже подошли к концу. Тут, наверное, что я люблю кушать. Сладенькое. Я всегда люблю сладенькое. Так что я могу все сладенькое. Вот. Тут 2 месяца. 1 месяц. Ой, у меня такое интересное. Есть фотка? 3 месяца, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ну а так уже мы рассмотрели с вами альбомчик. Ребята, мне очень понравилось, что вот тут такая, как бы, зашита. Такой. И что тут написано? Ну, мы отложим этот альбом и прочитаем Щенина письмо. Оно такое тут со сердечком. Красивенькое. Видно, что ручкой. Мои извинения за долгую отправку. За, ну, что долго отправлялся. Ну, спасибо тебе, Щеня, за то, что ты прислала мне такой красивый подарок. Спасибо тебе. Ну и всем пока, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Леди Леди Ди. Пока-пока.